Доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Зробский ММА. Еще вчера мы узнали то, что бой Хабиба Нурмагомедова против Тони Фергюсона на UFC 209 отменен, и многие начали всячески негативно отзываться по поводу этой ситуации. Также многие люди переживали за Хабиба Нурмагомедова и его здоровье. Болельщикам интересно, перенесен ли этот бой или Фергюсону найдут другого соперника в бою за титул временного чемпиона UFC. Однако в официальной группе Team Хабиб поступила информация отца Хабиба, Абдулманапа Нурмагомедова, который обращается ко всем болельщикам, которые переживают за Хабиба Нурмагомедова. Цитирую. «Всем саламу алейкум, братья и сестры. Хочу вам рассказать хорошую новость. Если будет на то воля Всевышнего, бой Хабиба и Тони Фергюсона будет скоро. UFC перенесли бой. Точную дату узнаем завтра. Так что не расстраивайтесь, братья и сестры. Этот бой будет на UFC 210 или на UFC 211. Сказал Абдулманап Нурмагомедов и на этом завершил свое обращение. А что вы думаете на этот счет? Перенесут ли этот бой за временный титул на UFC 210 или нет? Выполнит ли Дана Уайт свое обещание? Пишите свое мнение в комментариях под этим видео на YouTube и не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые новости по поводу этой ситуации. Это достаточно легко, просто нажмите на эту кнопку, на которую указывает красная стрелочка. А с вами был Зробский, до скорых встреч в новых видеороликах.